Здравствуйте, меня зовут Галактионова Полина. Я из России, из города Нижневартовска. Учусь в гимназии номер 2. Летом у меня уже был опыт обучения здесь. Мне очень понравилось, и я решила повторить эту поездку. Англоконтинентал – это для меня такое место, где мне очень приятно находиться, мне приятно обучаться, интересное обучение, весело, я завела много друзей, и в общем все хорошо. Нет, потому что я понимала, что когда я приеду, я окунусь в язык, и мне это очень понравится. Я очень люблю страны и города, где я могу найти пляж, море. Это меня очень сильно успокаивает. Поэтому я очень люблю ходить вокруг берега. Я обучаюсь на детской зимней каникулярной программе. Да, уроки очень интересны. Я познаю много нового. Также мы играем, мы изучаем программу и мы практикуем наш язык. Моя семья очень хорошая, мне очень нравится там проживать. Мне предоставили хорошее проживание, предлагают хорошую пищу. Она очень дружелюбная, я могу доверить ей все, что меня беспокоит. То есть меня выслушивают, и мне очень приятно там находиться. Могу посоветовать не разговаривать на своем родном языке. То есть в данном случае у нас тут английский язык, и надо разговаривать по максимуму на нем. Также не надо теряться, надо собрать все мысли и вдумчиво все делать. И также надо выслушивать учителей, выслушивать советы. И если есть какие-то недопонимания между чем-то, и вообще если ты что-то не знаешь, то надо это исправлять.